Всем привет! С вами русскоязычные железнодорожники и транспортники Америки. Это уже второй выпуск моего блога про автобусы. Вот это маршрут 36. Очень важен для русскоязычной среды Бруклина, потому что он обслуживает не сам Брайтон, но районы, где русских не меньше. Автобус, который мы на нем видим, это RTS. Бочковидный RTS. Значит, вот расписание, вот карта. Вернее, карта нет, карта. Во карта. Вот смотрите, он обслуживает наш район, Чипсет Бэй. Вот тут. Он идет к метро. И фактически вот на этом участке пути он является продолжением метро. Вот тут огромный пассажиропоток. Тут люди сходят, выходят другие, вот он идет дальше. Вот этого аппендикса уже нет. Там была серьезная авария, сделали просто прямую линию. Прямо по Эвени Зи он идет. Тут Куньян госпиталь, больница, куда лучше не попадать. Тут очень много наших живет. Дальше по Ocean Parkway, дальше вот так вот через район, который является хоть бедным районом, но продолжением Брайтона. Вот тут океан, тут все пляжи. Ходят туда имущие, малоимущие. Так что это очень важный маршрут для русскоязычной общины. Машины ходят по 36-му. Дело в том, что он обслуживается депо Ульмар Парк. Это то же самое депо, что обслуживает маршрут B1. Я считаю, что самый русский маршрут Бруклина. Ну, один из двух самых русских, B1, идет на Брайтон. И издавна там были только РТСы в этом депо, только бочковидные РТСы. Правда, когда я еще приехал в 92-м году, там еще были вот эти вот New Look, которые в шутку называют фишбоулами, аквариумы. Долгое время он был РТСным, где-то так до 2011 года. Начали появляться, но это были ЛФСы. Потом прибавились Орионы, а потом приехали вот эти самые New Flyer Excelsior. Сейчас я вам его покажу со всех сторон. В нем реклама, tell me a story. Через заднюю дверь ни в коем случае не вздумайте входить, только через переднюю. На тех маршрутах, где оплата водителю. В 2012 году вот такие автобусы появились, это первая партия. 48 это первая партия, это были самые приятные из новизны, больше всего нравились. Потом ТЛФС был как-то не в тему. Они быстро ушли в Квинс, потом Орионы и 7-е, 3-го поколения в Стейтен-Айленд. А лишь РТСы, как этот, и Эксельсиор остались там. Но тогда, до 2015 года, вот этот автобус РТС был преимущественным. В феврале 2015 года еще одна партия этих самых Excelsior, вот как этот проехал, появилась там 71, первые две цифры. 71, 57, к примеру. А вот совсем недавно уже синенькие появились Excelsior, как я вчера вам показывал. Это все маршрут 36. Это кто? Это я вам уже рассказывал. 44-й Select. Что это значит? Это значит экспресс с оплатой на остановках. Тридцать шестой это фактически мой родной маршрут. На нем я еду много куда. В первую очередь, если поездка начинается с метро, так как правило им. Потом, если на Брайтон надо. Потом на Весты редко. Вообще, вот такие вот дела у нас автобусные. Всем пока.